Hey, excuse me. Loaf around here? What? Who? You want friends with that? Loke. Is he available for communication? Who? Loke? Man. Oh, you mean Jeffrey. Yeah, our appliance technician called in sick, so Jeff, Loke, he got promoted. So? So? He's out back cleaning the fryer. Вот так повышение. Hey, what up, Loke? CJ, what's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust. So you happy now, homie? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get it down for nothing. Motherfuckers always want to keep a nigga down. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man. He covering my style for real. Heavy? Man, he 5'3". But that fool's strong. Man, we gotta take him out. He done blackballed me, man. I can't get in the game no way. I told you, I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm whack. Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man. Down with a frown, on a tail, a sad clown. All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out. Kill him? Well, I ain't mean, Dana. Listen, he gonna be attending some award ceremony, and that's the only time he leaves dog side. И смотри, он просто согласился, даже не стал ничем парировать, просто он не хочет лишний раз слышать его писклявый мерзкий голос. Балос, и вот какого черта здесь? Дружище, здорово, мы с тобой продолжаем проходить игру GTA San Andreas. Гантонит снова в бою, снова в строю, и будет сегодня топить одного не очень хорошего человека, который перешел дорогу нашему Локу. Ой. Блин, зачем он этому тупнику помогает? Ну, видимо, потому что... Итак, немного из членов банды Гантон осталось Грув Стрит. Поэтому, ну, все на вес золота, поэтому надо объединяться, держаться вместе. Как-то из этого кризиса выходить. Прям как политик заговорил. Да ну кто там? Good looking. I'm gonna see if I can catch up with him. Повредить машину как-нибудь делать. Извини, мужик. Тихо, тихо. Я же попросил прощения. Все. Почему вот, интересно, патроны не пополняются для 9-мм пистолета? Это два одинаковых оружия. Только у одного глушитель есть, у другого нет. Чё за тупость? Никогда этого не понимал. Ладно. Все равно 9-мм пистолет с глушителем придется менять, потому что на него патроны хрен добудешь. Сейчас наша с тобой задача починить машину. И, собственно, постараться ее не повредить. А это для меня тяжелее всего, ёкарный мамай. Я же сказал, что тяжело. Бабло не списали. Да ё-моё, да что же такое-то? Вы достали уже. Я в курсе, вот, я заезжаю. Блин, третий раз подряд, это охренеть можно. Я разорюсь тут, видимо. Скоро мне кредит. Все уже, встреться с другом. Так, тихо. Ты же из моей банды, мудак. Так что вот, молодец, все в порядке. Так, езжаем навстречу. Главное, ни в кого не врезаться. Это самое сложное, пожалуй, что миссия для меня. Потому что пойди попробуй, блин, не врежься ни в кого. Так. Нужно встать прямо туда. И просто ехать до определенного момента. Все, припарковал. Ну, не очень ровно, но чё ты придираешься? Во, нормал. Четко по плану. Hey,
Вот именно тут босс, так называемый в кавычках, и будет выходить, и сядет он именно в нашу машину. Окей, вообще. А то, что мы на красный свет едем, это нормально, да? А ну мы типа такие крутые, поэтому нам можно ехать туда же. Тихо, а дорогу-то почему не переградили, а? Мы же крутые. Надо было посерьезнее отнестись. Так, не привлекаем лишнего внимания изначально. Все. Ты глянь, сколько охраны-то, это вообще же просто капец. Все почему-то вооружены пистолетами. Как-то несерьезно. Дали бы им М16, к примеру. И ты зацени. Телохранители не садятся в мою машину. Мог бы сесть один на переднее сиденье, и я бы тогда ничего сделать не смог. Но... Hey, man. Take me back to Dog's Mansion. Not today, asshole. Today, we taking a scenic route via the bottom of the ocean. Злобный Карл напугал всех. Тихо. Злобный Карл не умеет водить машину. Это главная проблема. Так. Тихо, тихо, тихо. Уже можно не соблюдать никакие правила, просто нужно утопить эту машину. Так. Чё ж ты орёшь, как будто тебя насилуют? Прекрати. Ну, можно было бы, конечно же, пораньше, но почему-то пораньше Карл не захотел вылезать. Элементарнейшая миссия. Самое сложное — не победить машину, пока нужно доехать до этого самого мероприятия. Пробел, чтобы плавать под водой. Это обучение, потому что я ни разу еще не купался здесь конкретно. Поэтому вот обучение. Ну, собственно, очень просто. Оглок что-то еще хочет попросить. Блин, он уже достал. Когда придет тот момент, когда я его наконец-таки перестану видеть. Ладно, давай с тобой доедем до него и, собственно, узнаем, что же ему еще-то надо, поварешкину этому. О, ты вышел наконец-таки, неужели? This may be my last chance to get hurt. Okay, so what's the plan? Well, I'ma slide back over to Grove Street and get those sounds boombastic fantastic. Alright, so what you want me to do? I want you to get ready for the park and get some girls, man. Okay. Get some real fly girls, yeah. You know what I'm saying? The ones in the bikinis and shit in the videos. That's what I'm talking about. I told you, brother, I'm the chronicle of our struggles, the voice of the families, like Moses, only keeping it real. You said it. You know what I'm saying? Блин, Карл, ты прям как шестерка поступаешь. Я, кстати говоря, немножечко тут простоволосился и полицейского задавил. Ну, блин, он мне пытался перечить. Балласов не давал убивать. Ой... Три звезды, это будет вообще очень плохо. Так, ну короче, тут все как бы вышло просто. Миссии у Глока больше толком нет. Нам нужно устроить ему вечериночку. Ну, он на зоне посидел, все понял. Отработал свое Макдаки. Вот, и, собственно, возвращается уже на Грув Стрит. В родной гантончик. Вот поэтому и нужно его там, ну, как... полагается в бандах встретить. Так, блин, не сбил его. Так, ладно, две звезды — это вообще полная фигня. Я помню, где-то тут еще есть звездочка, чтобы уменьшить, конечно же, сыск с их стороны. Я сохранюсь, пожалуй, что, потому что миссия довольно-таки проблематичная. Я ее всегда проходил раз с попытки со второй, с третьей. Ну, там некоторые проблемы есть. Вот, и к тому же мы с тобой еще броньку наденем, ну, чтобы, опять же, увеличить шансы выполнения задания. Так. Ты же не думал, что все так просто пройдет, да? Ну. Балласы не спят. Так, давай. Все, тут они уже ничего сделать не смогут.
Полицейские научились ходить в дом, по-моему, с GTA 4. Поэтому тут нам с тобой бояться нечего. По ту сторону закона приписываем, окей. Все, полицейские уже отстали. 6 часов поспал Карл Джонсон. Ну и, собственно, можно уже начинать. Хотя, ладно, пофиг на броню. По хардкору! По хардкору. Я спер автоматик. Возвращайся с 20 до 6.00, серьезно? То есть серьезно, напомню, да? С 20 до 6, блин. Ну ладно, что ж делать-то? Не нужно было сохраняться, но, блин, тогда прищучили полицейские меня. Ладно, что ж тогда делать? Несколько раз сохраниться, да и все. Так, проблем с управлением, да, окей. Сохраняемся еще раз. Соня, ты, надеюсь, что это как-то позволит тебе точнее стрелять, что ли. Все, два раза сохранились и поперли выполнять задание. Вечеринка, сисястые бабенки. Ух ты, сейчас зажжем. Ну, кто там? We got a gang of crazy-ass bitches in the house. You coming over, homie? I don't know, man. I had some plans tonight. But we had a big disaster. I won't be rapping. My mic's broken. Какое счастье. Okay. I'm gonna come over right now, then. Ха-ха-ха, сразу, блин. Честно. Кошмар, кровь из ушей. Хотя я слышал похуже. Hey, what's up with you, baby? So you back on the block, huh? Hell yeah. You a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Stall him out, man. Hey, relax, man. Hey, a baller's posse's about to run up. They're headed up here right now. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. It's Grove Street. Ну, сейчас они посмотрят на приветствие парней из Grove. Okay, get some cars, block the road. The rest of y'all get heated. Все будет четненько, у меня есть микро-УЗИ, поэтому... Ой, к тому же калашки нашел. Так что все будет по плану, все будет хорошо. Я очень на это надеюсь. Надо было все-таки броньку взять. Ладно, все, не прикатили, короче. Опа. Давай, давай, Карл здесь. Карл все сделает как надо. Какие вы тупые, а? Почему вы стреляете... Стрелять пытаетесь по мне, а не по моим корешкам? Конечно, я понимаю, что я опаснее. Так, возьму тег. Пожалуйста. Разницы между тегом и микро-УЗИ почти никакой. Разве что с содержанием магазина. У тег 50, у микро-УЗИ 30. И что? Смотри, как они свалятся сейчас, классно. Все. Это все, на что не способны. Чуть что, Карл. Давайте и вы-то покажите, на что способны. Так. Ой-ой-ой. Вот это уже очень хреново. Очень хреново. Блин! Сила банды уменьшилась. Поэтому я беру калаш. Давайте, ребята, давайте, помогайте. Я немножко затупил, так что давайте, отжигайте их, отвлекайте, по крайней мере. Я сейчас сбегу со своим теком в их спины. Так. Отлично. Отлично, давай, братан! Ты чё стоишь-то там и не стреляешь ни хрена? В штаны что ли наложил? Одного? И чё вы там стоите с ним базарить о чём? О жизни что ли?
Grove this king? Man, I ain't never seen the ballers roll that deep before. Yeah, they heard Carl Johnson was running with his brother again. Yeah, for sure. Come on, let's get back to the party. Не надо. Shit, man, once Loke got off the mic, then the party got started. Ой, Лок, вместо того, чтобы свой дерьмовый рэп читать, он бы лучше помог нам отбиться от этих баллосов. Меня чуть не пришили. А если бы у меня брони вообще не было, они бы меня пришили. Авторитет плюс, замечательно. Сейчас с тобой еще раз сохранимся, чтобы восполнить здоровечко полностью. И пойдем с тобой выполнять первое поручение у Темпени Пуласки. Как бы не хотелось этого делать, но придется. Прижали они чересчур сильно. Hey, Carl Johnson, CJ, come on over here, son. Move over, let him sit down, asshole. So you finally found time to drop by. Man, I've been busy. I've been burying my moms, man. Sounds like a fucking excuse to me. Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us, Carl. Now you get this straight. We own you. You're ours. We can shit on you from such a height, you'll think God himself has crapped on you. You understand? He better fucking understand. Yeah, he better have. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. There's a guy holed up across town. You got that address, Pulaski? Another gang-banging, drug-pushing, cop-killing bitch just like you. We don't like him. And he don't like us. Now you make sure he never leaves the neighborhood, not even in a box. Get the fuck out of here. Чересчур мало информации, как-то он дал, как он интересно нашел его, Карл. Ну ладно, неважно. В переулке есть бутылки с зажигательной смесью. Собственно, с помощью коктейля Молотова нам нужно забросать один домик. Ну и, собственно, в этом домике сгорит как раз тот самый гангстер, наркоторговец, убийца, полицейский, который так мешает Темпани Пуласки. Попёрли. Чё делать? Я думаю, что ты очень хорошо знаешь эту миссию, особенно если играл не один раз в Сан-Андреас. Там будет деваха. И ее, собственно, мы будем с тобой еще спасать. Миссия интересная, увлекательная. Как раз у Карла изменится личная жизнь в правильном русле. Тихо, тихо. Опа! Я, конечно, понимаю, что трофейную машину мне дали, но как-то она не очень себя проявила хорошо в моих кривеньких ручках. Так. Хороший район, хорошие тачки. Мне все нравится. Это не в Гантоне там на каких-то развалюхах кататься. Так. По-моему, там где-то 20 бутылок. Да? Да, 20. Здесь бутылки с зажигательной смесью. Отправляйся к дому банды, чтобы заметнуть. Да я знаю, как все метать. Элементарным навыком пытаются научить. Ой, блин, бабенку раздавил это, блин. Карл, ну как ты будешь теперь спать сегодня ночью спокойно, а? Ты негодник, учись нормально водить. Нет, черт возьми, научись нормально водить. Так, все, мы уже почти близко, да. Вот самый домик. Эта территория принадлежит банде Вагос. Это мексиканцы. Собственно, их и нужно нам с тобой удивить. Не то чтобы очень положительным. Чувак, ты мне не нравишься. Так. Разбивать окна мы будем с твоим ножом. Вот так. Нужно действовать аккуратно. Брони нет, здоровья мало. Я пока еще миссии медика не выполнял. Мне посоветовали выполнить именно в сельской местности, потому что там проще. Так, возьму-ка я тег. Че распыляться, какие-то пистолеты. Взял тег и спокойно. Блин, почему дальность стрельбы у оружия вот этого такой низкий? Так, ладно, давай с тобой. Горит.
Главное самому не загореться. Это сделать очень просто. Так. Все, выбирай тег. Одного мудака нужно завалить еще. А вот и все. Нет, не все. А теперь все? Дадите мне спокойно ваш дом сжечь. Нет. Как ты мастерски прячешься? Молодец, делай так же. Так. Так. Еще в пару окон по коктейльчику закинем, и все. Будь в ажуре. Только интересно, почему тот самый гангстер так и не соизволил оттуда свалить? Это странно. Все. Гори, домишко, гори. А вот это, Карл, ты не учел. Да, бандит сгорел, вот. Видимо, это он и есть, да? Но у него была любовница. Она-то ни в чем не виновата. Поэтому надо ее спасти. Эх. Герой черномазенький, давай. Так. Нам с тобой по-моему, нужно найти огнетушитель. По логике вещей огнетушитель должен быть где-то либо на кухне, либо в ванной. Но огнетушитель почему-то совершенно в другом месте. Тушить огонь просто нужно в очаг возгорания зажать левую кнопку мыши, и все элементарно это потушится. Так, она находится на верхнем этаже, поэтому нужно искать лестницу. Первый раз у меня были очень большие проблемы с поиском лестницы, собственно, в этот раз будет тоже не исключением. Поэтому ты спокойно относись к этому. Я все-таки прохожу всего лишь во второй раз эту игру целиком. Ну или даже третий. Ну третий, да. Но разница между прохождениями была очень длительная. Так, ну блин, как подняться-то? Где эта долбанная лестница? Ладно, будем руководствоваться логикой. Если бы я конструировал этот дом, где бы я сделал чертову лестницу? Ну блин, неподалеку, наверное, от входа. Но это не так. Зачем я вот тушу диван? Как будто ты с ней развлекаться, что ли, собрался после того, как ее спасешь? Блин. Ну это реально такая тупость. Тупость в моей тупости? Ну я уже просто, кажется, все обыскал. Во, наконец-таки я нашел эту долбанную лестницу. Деваха, ты где там? Красотка, я иду тебя спасать. Да гашу. Ой, дом начинает разваливаться. Нам нужно как можно быстрее отсюда свалить. Быстро. Очень по-умному сказал. Давай теперь быстро туши вот этот очаг. Все, сейчас выберемся. Не паникуй. Тоже мне герой. Блин, сначала убил всех ее братков. Поджег ее дом, чуть не убил. И все. Вручает и герой. Ну, собственно, Карл не знал же, что это деваха тут. Он просто хотел убить собственных врагов, ну и, собственно, помочь Темпани плохо, потому что они его реально прижали. Если бы он это не сделал, у него были бы очень серьезные проблемы. Ну и, собственно, его братков тоже. Не подходи ты под струю! Так. Почти выхода. Да гашу-то не ори! Горячая штучка. Все, выходи. Восточный Лос-Сантос. Hey man, I owe you my life.
Ой, все, любовь до гроба теперь, а? Ты глянь. Какие же ветреные бабы в шансе. Hey, you look pretty shook up, girl. You want me to take you home? Yeah, please, thanks. Ну-ка, вали из моей машины. Можешь забрать вон ту. У банды. Just off Grove Street. No shit. What you doing in Vargo's hood? I like to live dangerously. You're CJ, right? Yeah, how you know me? Everybody in the Grove knows you and your brother. I thought you'd run away. I never ran away, okay? I just needed to get away from shit. Оправдывайся, оправдывайся. Реально ведь сбежал. Ну ладно, самое главное, что ты вернулся, и теперь дела банды на лад. Тихо! Что это уже не важно, не актуально. Плюс ко всему спас ведь ее. В самом деле благородство проявил. Займемся чем-то еще. Конечно, тебе нравится эта идея. Так, мне, по-моему, после 8 нужно заезжать. На первых этапах дело делается очень просто. Просто вводишь ее в бар. Ну вот, пожалуйста, давай с тобой это сделаем. Первое свидание, так сказать. Радуй ее почаще, выбери место, которое ей может понравиться. У них, кстати говоря, эксклюзивная машина. Вон та. После того, как наберется определенный процент отношений с ней, она даст ключи от этой тачки. Ну и плюс ко всему она еще бонус какой-то даст за максимальное отношение. Не помню какой. Вот очень просто. Просто очень-очень просто развиваются отношения с этой девушкой. Бар, благо, находится прямо рядом с ее домом. Также, чтобы добиться прогресса с ней еще быстрее, дари ей фаламитаторы, дари ей цветы. Что вообще, в общем, три задания, как можно ее развлечь. Первое, это вот бар. Второе, это опасная езда по районам, где тусуют балласы. Ну и, собственно, клуб. Можно, конечно же, сохраниться и перезаписывать. С некоторой вероятностью она попросит опять в бар. И это будет самое лучшее решение. Потому что в клубе ты потратишь очень много времени. Конечно. Она же все-таки не шлюха, да? Хотя целовалась в один вечер с одним, после того, как ее спал с другой, она все, я твоя, я люблю тебя. Привет. Ладно, братан, на этом мы с тобой закончим. Вот такие вот вышли три увлекательные миссии. Надеюсь, что тебе понравилось. Ставь лайки, оставляй комментарии. Послушаем сейчас, кто тут звонит. Some pecan base-head fool has been slanging to his Grove brothers. What? Who? Check this out. He's been buying shit over in Glen Park. He know the hood is talking, and he's hiding out with his new ball of friends. Shit, man. How we gonna get to him? It's time for you to announce your return, CJ. You fuck up Glen Park, and that turncoat bitch-ass nigga's gonna lose nerve and make a break for it. Okay, I'm gonna come pick you up. Hell no. This is your gig, CJ. You need some stripes. Get over to Army Nation and get a heater. А ты-то чё, засал, что ли? Или ты со своей девахой развлекаешься? Вот, блин, тоже свит-то. Все самые опасные поручения соло подает ему. Ладно, братан, давай, все, пока. Успехов тебе, играй в хорошее и будь счастлив. Пока-пока.